Привет. Привет. У меня что, виснет? У меня виснет трансляция, да? Привет. Привет. Как у тебя дела? Как работа? Ты впервые увидел меня в трансляции. Поднимайся наверх. Да, не надо смущать меня вот здесь. Салман, поднимайся. Скажи мне это в лицо. Как у тебя вообще дела? Как работа? Наушников нету. Сложная работа была. Привет. Да, я с Украины. Угу. Как айфон мой живой. Не понимаю, о чем ты. Я не кушала, я в магазин ходила, меня мама отправляла. А, ну, греется, греется айфон. Ну, как бы я в Мельницком живу. Спасибо большое за комплименты, ребят. Салман, ты куда пропал? Привет. Да, рисую. Слушай, сколько ты всего знаешь обо мне? У меня все отлично, у вас как? Салман, ты куда пропадал? Ты умеешь готовить? Я повар по профессии. Кстати, я вот позавчера такой шашлык приготовила, что просто я не знаю. Конечно, пропиталась дымом так, что сама была как шашлык. Но оно того стоило. Тайный поклонник. Да сколько вас тут уже тайных поклонников? У меня подвисает трансляция, да?
что запомнить? В жизни важно лишь одно, остальное не важно. Вот это да, умная мысль. А расскажи вообще, может, ты знакомый какой-то? Привет. Ребят, умные мысли меня преследуют часто, но я быстро их. Нет, я никогда не кушаю до косточки. Я не понимаю, как так можно. В смысле? Интересно, дай-ка я посмотрю. Я не знаю тебя. В смысле, кто ты? Да, я повар по профессии. Накормлю и еще могу осло, привет. И еще могу кофе сделать, потому что я еще бариста. Да скажи, какой старый аккаунт у тебя был, да? Мне 21 год. А ногти сделать? Да, я и маникюр делаю себе сама. Потому что экономлю свои же деньги. Я на шаг впереди. Ну, краситься я тоже умею. Я хочу пойти на курсы визажиста. И тогда я буду универсальная женщина. Не понадобится много денег, чтобы привести себя в порядок. Там был человек один, меня он... Массаж себе делать умеешь? Себе не умею, но умею делать другим массаж. У меня не виснет трансляция, ребят. Извините, это все мой интернет. Хочешь, стишок накидаю? Это уже как ты захочешь. Да нет, поверь мне, не дешевле в салон, это все так дорого, я офигеваю, как девочки столько могут тратить. Трек пишешь, прикольно. Ну давай, давай.
Извините, я вас уронила. Итак, ну, можешь писать этот пару строк. Страсть пылает огнем, мне нравится, а яд по венам вином. Ну, как бы звук хороший, но. Почему я без парня? Потому что был у меня один парень. Я с ним встречалась очень долго. Вот. Он заболел. Я с ним проходила это все. А потом, по сути, он меня бросил. Ну, как бы. Поэтому я долгое время не могла вот это все пережить. Вот. А сейчас уже очень сильно привыкла к тому, что его нет, и мне сложно просто. Не серьезный. Да, как и я, в принципе. Три года где-то. Почти что полных 3 года. Ну, да ладно. Я вот недавно. Уже прошло с момента расставания почти. Это 3-й год уже пошел. Так что я не знаю, блин, да такой он дурачок. Мы потом сходились несколько раз, и он уже плохо ко мне относился. Поэтому самый последний раз, когда мы сошлись, это я уже сказала, что, блин, давай все. На этом закончим, потому что ничего хорошего просто не получалось с этого. Он только хуже и хуже относился ко мне. Так что, ну и ладно, пускай себе живет. Я его недавно видела, у него девушка какая-то есть, поэтому удачи. Я надеюсь, она будет той, которую он искал. А я себе еще найду. Привет. Ключевое слово, заметьте, мужика, а не мальчика, потому что ну их нафиг. Нет, это просто меня спрашивали, я ответила. Так что вот вам ответ, у меня нету мужа, парня, из-за того, что я не умею быстро. Спасибо. Шакира, какая я Шакира? Нет. Не умею быстро переключаться. В моем случае 3 года переключаюсь. Ну, типа, 3 года встречались, 3 года уже прошло, как мы расстались, а я все еще не завела себе парня. Ну, я не знаю, у меня жестких. Какая красота, супер, да. Спасибо большое. У меня нету каких-то ограничений, в принципе. Ну, главное, чтобы не 40 лет. Ну, 30 лет для меня, думаю, может быть нормально, если нету жены, нету детей, и если он не выглядит как на 40. Ну, есть же мужчины, которые в 30 лет. Очень даже. Очень даже. Так что, ну, 9 лет разницы, я думаю, это не страшно. Ну, 35, не знаю. Яга зовут, прикинь, не повезло.
Крэк? Что это? Я слышала, что такое. Это крэк, 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 крэк. Это наркотики? Если это наркотики, то нет, я не в восторге. А если 40 и богатые? Да какая разница, ребята? Ну, в моем понимании, у меня жизнь одна, и время идет очень быстро. Зачем мне тратить свое время драгоценное на мужика, которого я не люблю? Да, деньги это как бы прикольно, но не прикольно то, что приходится унижать себя и быть с каким-то мужиком ради денег. Это тупо. Ну, каждому свое. Кому-то такое подходит, мне не подходит. Если я хочу денег, пойду на работу. Нет, green eyes. Никакой темы разговора. Отвечаю на вопросы какие-то. Не, 44 это уже много. У меня мама на год младше. Вы чего? Всему должна быть мера. Вот о чем я. I don't understand, sorry. 5 или 40, 40, а на вид 27. Да нет, да какая разница, ребят? Зачем мне мужик 44 года, если есть куча парней, мужчин намного помладше? Ну, да, мне скучно. А почему здесь? Нет, тёлочкой я ничей не стану. Женой кому-то стану. Тёлочкой нет. По поводу скучно, я вот думаю, здесь только сидят те, кому скучно. Угу. Да, меня солнце любит, я в веснушках вся. Спасибо. Привет. Дрочить будешь дома у себя. Не, наверное, немножко постарше, чем 23. Привет. У меня все хорошо, у тебя как? Ребята, мужчины, которые вот это вот все время интересуются, сколько важно сантиметров, сколько, сколько. У вас что, комплекс какой-то или что? Я не понимаю. Как дела? У меня все хорошо, у тебя как? Сбейтесь вы уже с этой темы, да? Хватит комплексовать. Да я же недавно создавала даже с видео. И голосовые создавала. Вчера, по-моему, с видео. Да, я вчера с видео создавала. Что делаю? Ну, я сижу в перископе. Покажи пупок. Я тебя сейчас заблокирую, ей-богу. Точно не для меня. В смысле? Я не для кого-то создаю.
Я создаю для общения. Спасибо за лайки. Из нового я сегодня была у подружки дома, помогала ей убираться, мыла окна, собирала лук. Ну, типа, с огорода выкопали они, высушили, а я собирала его сегодня. Ведерко и выносила на, как на русском это будет, короче, на крышу, да, дома, на крышу дома. Ну, под крышу, точнее. Да, чердак, вот, блин, нужно запомнить это слово. Вот. Потом подмела во дворе. И все, по-моему. Провела ее на поезд и поехала домой. Я не знаю, я не верю в домовых. Но если подружке надо помочь, то почему бы и нет? Я из Украины. Что у тебя за аватарка? Аниме? Аниме, но я не знаю. Да, не нужно верить во все. Да, ребята, блин, зовете, зовете. Колечко видите? И я его не вижу как-то. Вопрос решен? Решен. Привет. Тима, у тебя нету фотки, поэтому у меня есть предположение, какой это Тима. А нет. Значит, мы не знакомы, если ты не знаешь, сколько. Мне 21 год. Да, у меня плохой интернет. Извините. Я уже не учусь, училась на повара. Сейчас, ну, типа, давай будем знакомы. Настюша, расскажи о себе, сколько тебе годиков? Да, здесь есть девочка, да? Настя, именно тебе. Вообще-то есть у меня здесь девочки, много девочек сейчас появилось. Вика. Аня, Саша, ну Саша, правда, не заходит долго, она сейчас у себя в городе родном. Потом Сима, хоть и она сейчас не заходит ко мне, но все же заходила. Даша еще там у меня есть одна. Ну не надо об этом случае рассказывать. Это было исключение большое. Какой вызов?
А у меня глаз не видно. Привет. Hello. Как меня слышно? Нормально уже. Только я себя слышу. А так? Ну, вроде нет. А, нет, слышу. По-другому я не могу подключиться, чтобы не было слышно. Ну, тогда придется опустить, потому что я себя слышу очень мне неприятно. Сейчас, погоди, попробую, может, колонки подключить. Ой, нет, ой, зачем? Нет, не надо. На весь дом будет твой голос слышать. Нет, давай тут в чате. Ладно. И так, давайте не обзываться культурненько. Привет. Не понял, кто обзывается. Я не знаю, там что-то связано. Пошел ты нафиг. Ну, я не буду материться. Правильно. Я надеюсь, ты меня не помнишь, да? Походу, что нет. Я еще был на той трансляции, когда я такого-то жука убивал. А, тебе 19 лет, да? Нет. Нет? Опа. Нет. Мне 22. Это вчера я жука убивала. Ну, по-моему, а да, нет, по-моему, вчера. Прими, пожалуйста, пожалуйста, если это Тима отправляет запрос, прими его, пожалуйста. Да у него это, я уже принимала запрос, но у него эхо, я себя очень слышу. А, понимаю. Пишу я тут Тима, крайне. Тима Дышвак. Повезло тебе, а я с Минска. А почему это мне повезло? Ты же сейчас, наверное, знаешь, что сейчас в Белоруссии творится? Ну, у нас... Ты знаешь, что творилось 6 лет назад на Майдане? Не знаю, ты что? Ну, вообще вот, не. Видишь, как бы. У нас до сих пор творится, но уже несколько дней спокойно. Но не будем о политике, я эту тему не люблю затрагивать вообще на трансляциях. Поэтому будем надеяться, что все разрулится, и я вообще за мир. Натуре. Так что. Погодите, вот по судя по моей аватарке, мне не скажут, да, что мне 22? Ну, по мне тоже не скажут, что мне 21. Я бы тебе сказал, знаешь, лет 18. Ну, мне говорят 15, 16, 17. Бля, не знаю, тебе делали когда-нибудь комплимент, что у тебя охеренный нос, бля? Ну, было, по-моему, было такое. Привет. Привет. Мне мой нос не нравится, если честно. У тебя вообще самая вся физиономия лица охеренная. Скажу тебе так. Мне мой нос кажется большим, если честно. Бля, посмотри на мой нос. Ну, у тебя он небольшой. Ну да. У меня все отлично. Пикапер от бога. Я не подкатываю, как бы я говорю, как есть. А знаете что, я когда это, когда пытаюсь, типа, сделать комплимент, я всегда говорю, у тебя красивые зубы. У тебя красивые зубы. Спасибо. Ну, у меня они такие кривые, так что... У тебя есть клыки? Немножко. Небольшие. Это хорошо. У меня так... И вот, извини за выражение, меня так заебали эти клыки, вот честное слово. Ну, не сильно. У меня нету прям... У тебя все красиво. Спасибо.
А все уже, а я первый сказал. А все, блин. Надо было раньше. А знаете, какой человек хороший? Это просто капец. Я, да, я знаю. Или ты про себя говорила? Я о себе говорила. Я тоже говорю. Я нарцисс, я только себя люблю. Шучу. Это не а нарцисс называется. Это чувство собственной важности называется. Но это нарцизм. Нет. Ну, когда ты себя очень любишь и много хвалишь, и типа нравишься. Самолюбие, это называется самолюбие. Ну, нарцизм. Ну, типа самолюбие, да, ну, типа, как бы по старинке нарциссы. А, ну, по старинке тогда. Блять, повезло твоему мужу, блять. В смысле? У меня нету мужа. Ну ладно, хуй с ним, парню. И парня у меня нету. И девочки у меня это здесь уже на то пошло. Ништяк, хорошо, что у тебя нет. Чем, блин, мне я бы не сказала, что это очень хорошо. А на самом деле хочешь отношений? На запрос вообще? Да, любой человек, который... Ну, не знаю, я человек, которому очень важны чувства вообще в целом. Если мне некому отдать свои чувства, типа, я чувствую себя плохо. Mm-hmm. А у тебя есть тот человек? Хорошо. Вообще нету, это ужасно. Не, ну если честно, так, Антон и Данил, закройте уши, пожалуйста. Конечно, мне нравятся мужчины старше. Так, закройте уши. Закройте. Да. Закройте уши. Я могу быть тем человеком. Не, ну я старше тебя. На один год? Ну, блядь, все же. Не впечатляет, честно. Заметьте, я очень честная, я всегда говорю все, что думаю. Mm. Ну, я не знаю, это просто из-за старых отношений я решила, что, типа, не могу я смотреть на людей моего возраста, ну, или там годик. Ну, то есть 15-го мне будет уже 24. Ну, полбеды, да, еще более-менее. Но зависит это не совсем от возраста. Есть люди, которые 30 лет безответственные, скажем так. А есть, согласен, которые там в 20 лет уже очень... смышленные. Да. Поэтому, слышу. Ну, в основном, когда я слышу, что человек такого же возраста, как я, или же младше, это сразу все, конец. Типа, пока, блядь. Слушай, да, как... Угу. А где ты сидишь? Ну, ВКонтакте есть, я туда захожу, но просто я отвыкла общаться там. А вообще, мы где ты общаешься? У меня закрытый аккаунт. Вот только только записку принять. Это типа с именем. Да, я висну, потому что такой у меня интернет. Нет, я сразу сказала. Все плохо. Я не любила, я просто с ним общаюсь. Ну, типа, общалась в трансляции. Поэтому можно сказать, что я его знаю заочно.
Да, тебе один раз. Я тебя даже не помню. Да такие вещи вы меня смущаете. Мне тоже, ну, если честно, мне с собой не совсем хорошо. Я иногда такая, извините за мат, сука, бываю, что просто тошнит меня от меня. Смысл мне давать тебе Инстаграм, если я не могу сказать, что я буду там тебе очень держивать общение. Да, я скорее не буду. Блин, мне так обидно, ну, в плане, типа, чувствую себя неловко, потому что такое чувство, будто я кого-то обижаю. Не злитесь на меня. Заебись. Окей. Да. Я, в принципе, если очень хочешь, я могу дать свой грамм. Я тебя приделаю.